Как настроиться на работу? Я считаю то, что надо просто взять себе в руки и делать, и тогда уже как раз-таки все пойдет по своим чередам. Глубоко вдохнуть и понять, что надо. Да никак. Это всегда грустный момент. Нужно не настраиваться на выходные, и тогда будет настрой работать. Это уже не ко мне вопрос, я не знаю, как себе даже сам заставить. Жить сегодняшним днем, наслаждаться выходными, потому что потом они не скоро настанут. В общем, жить сегодня здесь и сейчас. Как настроиться, не расслабляться. Деньги закончатся, придется работать. Для этого и надо идти на работу. Отдыхаем хорошо, не утомляемся в таком отдыхе, чтобы быть бодреньким. На работу выйти надо со свежими силами. Спортом занимаюсь. Все на спорт. После праздников, вот именно, что он поможет после праздников. Потому что если правильно проводить время, тогда и не надо ничему помогать особо будет.